Привет всем, ребят, с вами PlayGame.ru. И сегодня мы поиграем в игрушку Боровиха Мобайл. Это у нас уже получается пятая часть по прохождению, типа. Так, сейчас, ребят, нам надо ехать. Нам надо поработать по автобусу. Там, в том видеоролике мы не поработали. Вот сейчас сегодня поработаю немножечко. Ребята, если что, я буду, короче, как всегда, пропускать всякие вот эти вот поездки. И, типа, как я прохожу, чтобы видео не получалось таким долгим и таким уж скучным. Так, ну, тут мы сейчас доедем, я не буду это пропускать. А потом, когда уже буду проходить, ну, уже автобусником работать, я уже буду пропускать. Чё? Стой! Стоять! Все. Наливайте, ребят, чаечек там себе, кофеечек. И давайте. Да ты... Ой, дебил, ё-моё. Какие же... Да, он... Так, если что, ребят, мой сервер и мой ник будет все в описании. Заглядывайте сюда. И мой ВК тоже будет в описании. Так, все, мы почти приехали. Осталось только автобус взять. Блин, вот я не помню одно, то, что, типа, ходил ли я в администрацию, забирал ли, типа, устраивался ли работать на автобусником. Вот что я, блин, не помню. Так, закрываем. И идем. Если у вас возник вопрос, так, семья Питерской династии. Так, хорошо. Так, давайте-ка... О, Виктор! Давайте вот так. 100 рублей. Все, так, сейчас нам куда надо? Сейчас нам надо его. Трассу. Так вот, блин, меня вот раздражает одно то, что тут, вы, возможно, слышали, типа, звук моря. Вот что меня, блин, раздражает. Не знаю, почему с какого-то фига у меня эта фигня появилась. Так, ребят, ну, я, короче, пропускаю поездочку и продолжаю тогда, короче, когда я уже получу деньги. Ребят, все, я получил 7200. Сейчас же я... Блин, а где моя машина? Все, вот она. Сейчас я пойду, короче, оплачу свои штрафы. И поеду опять, короче, работать автобусником. Так, сейчас напишу. Так, GPS. Да, конечно, я пишу хреново. Да ладно. Ладно, короче, давайте будем задерживаться, поедем. То уже я минуту с ним переписывался. Блин, ну... Так, ладно, ребят, сейчас давайте этого чувака отвезем.
Так, короче, я пропускаю поездочку, его отвожу, я сразу плачу штрафы и сразу начинаю, короче, работать. Так. Все-таки я плачу штрафы, и я тут, короче, пришел чувак с колонкой. У меня вопрос, как мужики покупают колонки и включают музыку? Кто знает, ребят, напишите в комментариях, мне просто очень интересно. Ребята, вот я, знаете, что подумал? Вот я сейчас пробил свой предыдущий 4-й уровень, и я по деньгам очень сильно поднимусь. И это будет очень хорошо, ребят. И я, конечно, забыл кое-что вам сказать, ребят. Всем, кто на меня подписался, всем спасибо за 111 подписчиков, ребят. Я очень рад. Так, все, я... Ух, как подлагало. Все, я, короче, иду, если что, сразу устраиваться работать и покажу, как всегда, конец, как я, ну, типа, сколько я получил денег. Все, ребят, получил я вторые уже 7200. Еще мне надо... два раза поработать. И я эту миссию завершу, ребят. Ну, и... Все, ребят, давайте я продолжу опять, когда уже отработаю, когда получу, короче, деньги. Все, ребят, вот я уже получаю третью 7000, короче. И сейчас я еще раз съездю, но только уже... сейчас вам покажу, я сейчас съездю... Берем также Виктор, арендуем, и я делаю окружной на 5800. Правда, тут на окружного много дальше ехать, чем на обычный там автовокзал в фирме. Типа вы вот едете, вот так обижаете абсолютно, короче, всю карту. Вот так, вот сейчас покажу. Вы едете вот так вот, короче. Потом вот так вот, по-моему. Вот так вот. И вот так вот до сюда вы едете, короче. Это просто ГГ. Так что, ребят, я продолжу так же, когда уже пройду, так сказать, эту миссию. Все, ребят, я прошел. Вот, миссии. Я получил 5800. Сейчас напишем вот так вот. И получим наши деньги. Все, готово, получаем. Мы получили... Сколько? Короче, 11... А, нет, 10 тысяч мы получили. В принципе, прикольненько. Посмотрю, какие тут у нас еще миссии. Дальнобойщик, регистрация. Член семьи. Все. Я уже нахожусь в семье, и мне это самая легкая миссия. Все. Получается 15 тысяч, ребят. А... А почему я получил так мало? Ну, хорошо. Все, ребят, на этом видеоролик подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ребят, с вами был PlayGameRu. Хочу вам сказать большое спасибо за 110 подписчиков. Большое спасибо за то, что вы кто-то проявляет актив, короче, под видеороликами, которые совсем не интересны, ребят. Если что, в начале видео я вставлю лучший комментарий, ребят. Ну и всем пока, всем спасибо за просмотр, с вами был PlayGameRu, и получайте побольше денег, ребят, и пока.